Что может быть лучше, чем хороший ноутбук? Только хороший игровой ноутбук. Я пару раз пыталась отыскать себе достойный ноут для игр, но глядя на категорию игровых лэптопов, а точнее на их ценники, я всегда говорила себе: расслабься, Катя, Fallout 4, он не для тебя. Режься в Симсов да в косынку. Но хочется же погонять на джетпаке в силовой броне. Привет, с вами Катя, и в этом обзоре от компании Allo я познакомлю вас с игровым ноутом, который точно вам по карману. Встречайте Lenovo IdeaPad G5045. Естественно, при использовании лэптопа все внимание обращено на экран. Но на дизайн обратить внимание тоже стоит. Размеры довольно компактны, как для такой диагонали. Это, конечно, не самый тонкий ноут, но и толстячком назвать его будет весьма опрометчиво. Внутри текстура, стилизованная под шлифованный металл. Стильно и солидно. Все разъемы расположены вполне логично, и нет ничего такого, что сбило бы пользователя с толку. Набор их довольно привычный. Дисководы в ноутбуках, как мне кажется, постепенно доживают свое. Я думаю, что совсем скоро их вовсе не станет. Флешка или внешний винт удобнее. Тем не менее, здесь привод присутствует, и это скорее плюс. В плане производительности это вполне драйвовый ноут. Возможно, для самых тяжелых вещей, типа того же Assassin's Creed Unity, придется добавить оперативки. Но вот во всякие кризисы, шмизисы поиграть на стоковой конфигурации можно без проблем. Видеокарта дискретная. Объем видеопамяти 1 гигабайт. Оперативной памяти 4 гига. Максимальный объем поддерживаемой оперативной памяти 16 гигабайт. Вполне достойный показатель для такого ценового сегмента. Жесткий диск на терабайт, так что есть где разгуляться. Он, конечно, не SSD, но работает достаточно быстро. Дисплей имеет диагональ в 15,6 дюйма и разрешение в 768p. Запас яркости позволяет работать, то есть играть на лэптопе при прямом солнечном свете без дискомфорта. Покрытие экрана глянцевое. Из беспроводных интерфейсов Bluetooth до Wi-Fi. Все как обычно. Клавиатура заточена под игры. Кнопки выступают над поверхностью совсем чуть-чуть, и цепляться за них пальцами вы не будете. Нажатие ощутимое, ход клавиш приятный. Для фанатов поболтать по скайпику есть встроенная камера. Поставляется нотик без предустановленной операционки, то есть вы совершенно свободны в ее выборе. Хоть Windows, хоть Nix и хоть DOS, если испытываете по нему теплую ламповую ностальгию. Если хочется поиграться, то этот лэптоп отлично. Отличный выбор. Высокая производительность, емкий жесткий диск, дискретная видеокарта и все-все-все, что мне нужно, чтобы провести время за играми. А в этом обзоре от компании Allo с вами была Катя и доступный игровой ноутбук Lenovo IdeaPad G5045. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, а я пошла раздавать хедшоты. Пока!